Всем добрый день. Не знаю, востребовано ли на нынешнее время ремонт советского зарядного устройства. Но это надежная техника. Меди здесь, дай боже. Лучше его отремонтировать, чем сдать на металл. Со слов владельца, перепутал клеммы, кинул на аккумулятор вместо плюса-минус. И говорит, ничего не выдается. Так, лампочка загорается, значит предохранитель целый, нечего там нам лазить, проверять. Посмотрим, что на клеммах нам покажет. Так. Что тут? Меньше 2 вольт. Меньше 2 вольт. Так, отключаем от сети. Так, переводим на переменное напряжение. Ищем вторичку. Вторичка будет идти у нас обязательно на диоды. Посмотрим, целый ли у нас трансформатор силовой. Первичка всегда тоньше, и она, короче, сетевая, там через предохранитель идет. Так, где наш тестер? Вот они выходят на диоды. Посмотрим, что у нас. 19 вольт практически, отлично. Ну что, скорее всего, что диоды. Ставим на прозвоночку. Так, отключаем от сети, ставим на прозвоночку диодов и полетели искать. Да, выключись. Так, здесь значения нету, так и должно быть. Бесконечность. Здесь пробоя нету. Так, перекидаем щупы в обратную сторону. Должно где-то быть около 560 где-то ом. Ну, 450. Есть рабочий диодик. Тоже рабочий. А внизу здесь стоят тиристоры вместо диода. Ну ладно, посмотрим. А теперь непосредственно, как проверить тиристор, перейдем к проверке, именно тестером тиристор проверить. Берем на плюсовой щуп, накручиваем проводок. Так, вот заведомо исправный. Плюсовой щуп у нас к нижнему контакту идет, где резьбовое соединение. И вот сюда, вот так вот. Сейчас мы крокодильчика применим, секундочку, ребята. Так, вот так, вот так, все. Значит, тестер в режиме прозвонки диодов. И теперь нам нужно подать с этого провода, с плюсового, маленькое напряжение там, конечно, на управляющий электрод. И должно быть изменение в показаниях. Так. Вот это рабочий. Давайте вот этот еще проверим. Точно так же. Вы знаете, ребята, 280. По-моему, вот этот не должен звониться. Вот так, как он звонится. Так, этот у нас N. И этот вроде N. Так, этот, давайте еще раз, это так, тратим, конечно, эфир, ребята, надо проверить. Странно, здесь такая разница большая. Ну, хотя реагирует на включение. Ну, я думаю, давайте на удачу, должно сработать. А теперь давайте посмотрим, я уже подпаивал провода, чтобы не влияли на показания. Так, и проверяем точно так же. Кидаем напряжение на управляющий электродик. А вы не видите. Вот. Этот тиристор 100% мертвый. И давайте нижний еще глянем. Так. Сюда. Этот тоже мертвый. Трупы. Ну все, меняем. Так. Разбираем, конечно, геморройное такое дело. Ну ничего, это не важно.
Настал момент после монтажа двух тиристора, уже момент проверочки. Так, на минимальных оборотах регулятора у нас выдает 5 вольт где-то, добавляем, возрастает показание напряжения, растет до без нагрузки 18 вольт. Отлично, все работает, можно сказать. Все работает. Но только странно, что тут никакого тумблера нет. Обычно в советской технике всегда тумблер ставился. Как его, что только с розетками идет? Ну, вот так вот. Отличненько. Вот такой вот удачный ремонт советской техники. Назад в СССР называется. Так что удачи вам в ремонте. Подписывайтесь на канал. Канал технический. Все. От советской техники до современной китайской. Всем пока-пока.